живем в мире, наполненном звуками. Они бывают разными, тихими или громкими, приятными или вызывающими раздражение. Человеческое ухо различает множество звуков разной частоты. Но есть звуки, которые нам не дано услышать. Среди них ультразвук. Человек способен слышать звук частотой от 16 до 20 тысяч колебаний в секунду. Все, что ниже этого диапазона, относится к инфразвуку. Все, что выше – ультразвук. И то, и другое явление активно изучается учеными всего мира. Но именно ультразвук нашел широкое применение в различных сферах деятельности человека, по сути, совершив революцию в науке. Трудно представить себе дальнейшее развитие вообще человеческой цивилизации без ультразвука. Мы просто не представляем себе, насколько ультразвук внедрен в нашу жизнь. Первая попытка ультразвукового исследования человеческого тела относится к 1942 году. А начали применять ультразвук ветеринары для определения подкожного жира у свиней. Лишь в начале 50-х годов 20 века удалось получить полноценное ультразвуковое изображение внутренних органов и тканей человека. Началось все это в середине еще позапрошлого 19 века, когда итальянский физик Спалланцани высказал предположение о том, что существует какой-то субстрат, благодаря которому летучие мыши могут передвигаться, летать в абсолютной темноте, не натыкаясь на препятствия. Вот этим самым субстратом оказался ультразвук. Летучая мышь посылает ультразвук по направлению своего движения. При этом своими широкими ушными раковинами она улавливает отраженную волну. Значит, на пути и есть какое-то препятствие. Если отраженного сигнала нет, животное спокойно продолжает полет. По такому принципу работает и современный УЗИ-датчик. Каждый аппарат имеет в своем арсенале один или несколько датчиков. Но вот наиболее распространенный – так называемый абдоминальный датчик, который пользуется при исследовании, скажем, через переднюю брюшную стенку. Можем посмотреть беременность, скажем, в больших сроках, можем посмотреть органы брюшной полости. Поскольку ультразвук – это волна, распространяющаяся в среде, она подвержена тем особенностям, которые присущи всем волнам. То есть ультразвук и звук может отражаться, преломляться, может поглощаться в среде. И вот на этих свойствах в основном и основаны все применения. Здравствуйте, заходите. Пожалуйста, ложитесь. Прибор с помощью встроенных в него акустических преобразователей излучает звук очень высокой частоты, который отражается от объекта, например, плода в животе матери, возвращается и преобразуется в изображение. Так, раскрыв тайну летучей мыши, ученые получили быстрый и безопасный инструмент для медицинской диагностики. Вам уже говорили, кто будет, мальчик или девочка? 100% девочка. Общее суммарное время воздействия ультразвука ничтожно мало. Если мы, скажем, возьмем 10-15-минутное исследование, то общее воздействие ультразвука на орган, там, скажем, или на плод, ну, можно рассчитать порядка нескольких секунд. То есть, в общем, воздействие ультразвука ничтожно. Плюс, конечно, используются частоты, которые мы считаем безопасны для организма. Сегодня ультразвуковая диагностика применяется во всех сферах медицины. С
помощью УЗИ проводят обследование сердца, мозга, печени, глаз, почек, щитовидной железы. Это один из немногих способов распознать угрозу еще до первых проявлений болезни. Инсульт. Большая часть людей, перенесших его, даже не подозревали о надвигающейся опасности. Предвестники удара – головная боль, нарушение зрения, тошнота – зачастую игнорируются. В большинстве случаев виновники инсульта – атеросклеротические бляшки в сонной артерии человека. Ходите, пожалуйста. В центре неврологии РАМН с помощью ультразвука ученые могут обнаружить угрозу ишемического инсульта и предупредить удар. Звуковом сканировании мы сейчас видим несколько утолщенную стенку, заднюю стенку общей сонной артерии, наличие атеросклеротической бляшки, которая располагается по передней боковой и задней боковой стенкам. Этому пациенту повезло. Врачи вовремя обнаружили атеросклеротическую бляшку угрожающих размеров. У здоровых людей кровь свободно проходит по артериям во все органы и ткани, снабжая их кислородом и питательными веществами. При атеросклерозе на внутренней стенке артерий откладывается холестерин, органическое вещество, жирный спирт. Постепенно на этом месте формируется нарост – атеросклеротическая бляшка. Она растет в размерах, сужая просвет сосуда и нарушая кровоток в органе. Рано или поздно произойдет разрушение бляшки. Опасность в том, что когда бляшка распадается, ее частички закупоривают сосуды, не пропуская кровь в головной мозг. Так начинается инсульт. Катастрофа может произойти в любой момент. Если бы пациент не выполнил своевременно ультразвукового исследования, мы бы, безусловно, не имели информации о степени выраженности атеросклеротического процесса. И, следовательно, при такой ситуации, конечно, развитие инсульта рано или поздно было бы неизбежно. Ультразвук в медицине способен решать не только диагностические задачи. Институт имени академика Бурденко – крупнейшая в мире нейрохирургическая клиника. В год здесь проводят около 6000 операций на головном и спинном мозге у пациентов с самыми тяжелыми патологиями. Без ультразвука успешное вмешательство было бы невозможно. Это достаточно быстрое исследование, которое позволяет быстро локализовать патологический очаг, кровоизлияние, опухоль, аневризму, гематому и так далее. И определить направление нашего доступа, но только уже после трепанации черепа. Более того, мы можем в процессе удаления образования какого-то опухоли отслеживать, какую часть мы еще не удалили. Операции на головном мозге считаются самыми сложными и длительными. Хирургу приходится вскрывать полость черепа, производить трепанацию. Ему нужно действовать очень осторожно, чтобы не задеть важные центры. У пациентки опухоль глубинных отделов головного мозга. Доступ к ней затруднен. Но благодаря системе ультразвуковой навигации нейрохирург с минимальным риском достигает нужного участка. Обнаженную поверхность мозга исследуют с помощью мини-датчика УЗИ, который предварительно погружают в специальный стерильный гель. Сейчас мы видим ту картину, которую нам дает интраоперационное использование ультразвука. Видите, есть специальная линейка, которая позволяет нам оценить размеры опухоли. Ее размеры порядка 2-2,5 сантиметров. Вы можете видеть, она достаточно большая. Ультразвук помогает не только быстрее добраться до опухоли, но и деликатно удалить ее. В руках у нейрохирурга ультразвуковой диссектор – инструмент, помогающий разделить больные и здоровые ткани. На опухоль действует концентрированный пучок ультразвука, который разрушает ее. А с помощью специальных отсосов злокачественные клетки удаляются из организма. Таким образом, мозг меньше травмируется, а значит, сохраняет свою функцию.
Неинвазивное лечение опухолей с помощью ультразвука – революционная технология, которую сегодня испытывают ведущие хирурги мира. Интенсивные ультразвуковые волны могут вызывать нагрев, могут вызывать кавитацию в жидких средах и могут вызывать ударные волны. Вот, например, нагрев используется в медицине для осуществления таких операций, как неинвазивное удаление опухолей. То есть можно, не проникая внутрь организма, а только приложив снаружи сфокусированный излучатель, нагреть какое-то место. Иногда это требуется нагрев быстрый очень, иногда, наоборот, достаточно не очень много нагреть, дальше организм сам справляется. Но, тем не менее, можно что-то сделать внутри организма с помощью ультразвукового пучка. Особенно невероятным это кажется в нейрохирургии. С помощью узконаправленного мощного потока ультразвука можно буквально выжечь пораженные клетки в мозге без надрезов кожи и трепанации черепа. Правда, опухоль должна быть небольшой, не более 10 кубических миллиметров. Именно таков объем пучка ультразвука, который направляется на больное место. Ткань, мешающая нормальной работе мозга под действием ультразвука, нагревается до 54 градусов Цельсия, разрушается, а остатки выносятся кровью по сосудам. При этом предусмотрена специальная охлаждающая система, которая не позволяет нагревать здоровые участки мозга. Если ультразвук сфокусировать в какой-то точке объекта, то в этой точке можно создать нагрев. Если мощность будет значительная, то нагрев можно обеспечить достаточный для того, чтобы в человеческом организме, например, удалить кусочек опухоли. Институт общей физики имени академика Прохорова. Здесь в лаборатории акустики активно изучают свойства ультразвука нагревать среду. Ультразвуковая волна направлена на объект из полимерного материала, который по своим параметрам близок к тканям человеческого организма. Рядом установлен термодатчик, который фиксирует изменения температуры. Мы видим, что до включения ультразвука температура в объекте была постоянной. При включении ультразвука температура начала быстро нарастать, потом она дошла до некоторого насыщения, потом ультразвук выключили, и температура начала спадать. При следующем включении ультразвука температура снова начинала нарастать. Как сфокусировать волны, чтобы нагревать строго определенную зону? И какова оптимальная температура для разрушения опухоли? На такие вопросы сегодня стремится ответить наука. Новая технология позволит в десятки раз снизить риск, а восстановление будет проходить значительно быстрее. Ультразвук оказался находкой для решения не только медицинских задач. Каждый год по рельсовому пути перевозится примерно 1,5 миллиарда пассажиров и более 1 миллиард тонн грузов. Такая нагрузка предъявляет повышенные требования к техническому состоянию стального полотна. И здесь на помощь железнодорожникам приходит ультразвук. Мы находимся на действующих путях железной дороги. Здесь мы вам покажем, как производится контроль рельсов. Давление колеса поезда на рельс может достигать 30 тонн. Чтобы противостоять нагрузкам, рельс должен быть прочным и износоустойчивым. Но постепенно даже самый крепкий материал приходит в негодность. На рельсах трещины. По статистике, около 40% железнодорожных аварий происходит из-за дефектов в разных частях рельса. В среднем в год обнаруживается около 30 тысяч опасных дефектов. Изломов происходит примерно 40-50 штук в год. Заметить внутренние повреждения на глаз невозможно. На помощь приходит дефектоскопия – наука о неразрушающем контроле. Еженедельно каждый сантиметр железной дороги тщательно проверяется с помощью дефектоскопических вагонов и передвижных тележек. Аппаратура сканирует рельсы ультразвуком. Это один из современных ультразвуковых рельсовых дефектоскопов.
Он состоит из генераторно-усилительного блока и специальных датчиков, которые излучают ультразвук в рельс. Основоположником дефектоскопии стал советский ученый Сергей Соколов. В конце 20-х годов прошлого столетия он предложил новый метод по поиску дефектов, залегающих в толще металла. До этого трещины в тех же рельсах обнаруживали старым дедовским способом – отстукиванием молотком. Ультразвуковой метод скоро получил признание в Советском Союзе и за рубежом. До сих пор ему нет равных по эффективности, разве что сами устройства, дефектоскопы, постоянно модернизируются. Это ультразвуковые датчики. Здесь, на этом типе дефектоскопа, 9 каналов контролируют каждую сторону рельса. Датчики расположены под разными углами. Это необходимо для того, чтобы выявлять дефекты различной ориентации в различном сечении рельса. Для того, чтобы ультразвук попал из датчика в рельс, необходимо создать акустический контакт. То есть необходимо исключить наличие воздуха между датчиком и рельсом. Для этого рельс поливают в летнее время водой, в зимнее время раствором спирта в воде. Ультразвук проверяет материал, не вызывая в нем разрушений, и точно указывает местоположение дефекта. Принцип действия дефектоскопа основан на физическом явлении отражения. Датчик посылает в металл ультразвуковые волны отдельными короткими импульсами. Если дефекта нет, импульс отразится от противоположной стороны объекта и в виде эха вернется обратно к приемнику. Если же на пути ультразвуковых волн встретится трещина, то приемник зарегистрирует в этом случае сначала эхо, отраженное от нее, а затем уже эхо, отраженное от самого тела. Зная скорость ультразвука в металле, мы определяем координаты дефекта. Преимущество ультразвукового контроля – это возможность выявления внутренних дефектов небольших размеров, которые выявлены другими методами, пока не могут. Отраженный ультразвук приходит в виде звукового сигнала. У дефектоскописта должен быть хороший слух, чтобы различить в музыке рельсов голос дефекта. Услышал что-то подозрительное, проверил технические показатели, которые фиксирует электроника. Если находится опасная трещина, тут же закрывается перегон, и путейцы меняют кусок рельса. Самыми опасными считаются вертикальные расслоения рельсов. В данном случае дефект является горизонтальным, небольшой протяженности, залегает он на небольшой глубине. Это говорит о том, что он не угрожает движению поездов, является неопасным. И оператор может продолжать свою работу дальше. Без дефектоскопии невозможен контроль безопасности зданий, подземных тоннелей и мостов. Санкт-Петербург. Здесь ведется строительство внутригородской платной магистрали. Проект, который позволит частично решить проблему с пробками. Общая протяженность трассы 47 километров. Из них почти половина придется на мостовые сооружения и тоннели. Мы сейчас находимся на развязке западного скоростного диаметра. Это довольно-таки крупная развязка для Питера, которая будет пересекать практически весь город. Мы находимся довольно-таки высоко, метров 30-40 над уровнем земли. Мост состоит из пролетных соединений, опор и непосредственно мостового полотна, по которому ходит транспорт. Чтобы соединить несущие конструкции пролетов, всегда применяют сварку. Место соединения – сварной шов. От качества сварки зависит надежность и безопасность моста. Поэтому каждый шов тщательно проверяется с помощью приборов ультразвукового контроля. Моя задача – обнаружить недопустимые дефекты в сварных швах. Недопустимые дефекты образуют трещины, какие-то изломы. И в конечном итоге мост может рухнуть. Как у инженера ультразвуковой дефектоскоп. Он специально создан для работы на большой высоте. Прибор позволяет заглянуть внутрь таких сложных материалов, как бетон, горный камень, асфальт.
не торопясь, вводим датчиком, так что по намоченной поверхности, и смотрим за импульсами, которые появляются на экране. Если импульсов нету вот в этой зоне, то значит все нормально. Мы стали свидетелями нахождения дефекта. Вот этот вот импульс, то, что он превышает середину экрана, говорит о том, что он недопустимый. Дефект располагается на глубине 7 мм. Говоря профессиональным сленгом, это так называемая зашлаковка. В результате сваривания металла образуется шлак, который случайно может попасть внутрь сварных швов и вызвать трещину, что недопустимо. Поэтому стык с найденным дефектом снова подвергается сварке и дополнительному контролю с помощью ультразвука. Ультразвук позволил решить и глобальные технические задачи. Сегодня, благодаря его использованию, можно в десятки раз увеличить добычу полезных ископаемых. Россия обладает одним из крупнейших на планете нефтяных потенциалов. Это обеспечивает около четверти налоговых и таможенных поступлений в казну. Более трети поступающей в Россию экспортной валютной выручки также образуется за счет нефтяного сектора. Черное золото добывается более чем на тысячи месторождений. После того, как скважину пробурили, она начала давать довольно много нефти, и со временем это количество нефти, которое добывается, оно снижается. Снижается по двум причинам. Причина номер один – становится меньше нефти. Вот тут ультразвук ничего сделать не может. Значит. А вторая причина – то, что вот область при скважине, через которую протекает, фильтруется вот эта нефть в скважину, она засоряется. И здесь вот ультразвук может сделать очень многое. Российские ученые изобрели способ, как с помощью ультразвука прочистить нефтяную скважину от засоров и тем самым увеличить добычу. В руках у меня скважинный прибор, то есть та часть аппаратуры, которая, так сказать, непосредственно опускается туда, где нефть из пласта проникает непосредственно в ствол скважины. Скважина – это узкое кольцо до 30 сантиметров в диаметре, глубиной до 3,5 километров. Внизу располагается призабойная зона. Оттуда нефть с помощью специальных насосов поднимается на поверхность. Постепенно ствол скважины засоряется кусочками глины, сгустками парафина и солей. Эти отложения блокируют доступ нефти наружу. И вот в скважину опускается снаряд, излучающий мощный ультразвук с частотой 25 тысяч колебаний в секунду. При этом посторонним частицам в скважине придается ускорение, в десятки тысяч раз превышающее ускорение свободного падения. И застарелые засоры в буквальном смысле выносят из скважины. При этом вся шелуха, накопившаяся за годы эксплуатации скважин на поверхности порного пространства, практически отлетает от него, значит, мгновенно. И поровое пространство становится чистеньким, как будто мы только что и начали эксплуатацию этой скважины. Метод российских ученых позволяет вернуть скважину к жизни всего за несколько часов. Из всех существующих методов очистки он зарекомендовал себе как самый экономичный. Будущее ультразвука – это такое огромное пространство, необъятное, границы которого я не вижу. Здесь любые специалисты, любых склонностей, направлений могут найти себе интересную работу. Медицина, геология, биохимия, автомобилестроение, сталелитейная и военная промышленность и еще десятки отраслей. С помощью ультразвука разрезают металл, смешивают эмульсии в фармацевтике, очищают ювелирные изделия, отбеливают зубы. Современная наука продолжает находить все новые и новые способы применения ультразвука.